В Одинцовском округе абонентов, имеющих задолженность за поставки газа и не заключивших договоров на обслуживание внутридомового газового оборудования, отключают от газоснабжения. В августе прошли отключения домовладений на улице Колхозной в деревне Липки, на Можайском шоссе в Кубинке и на улице Центральной в Жаворонках. Представители Мособлгаза обращают внимание на то, что отключения абонентов, не выполняющих условия договоров, будут продолжены.